Уважаемая Ольга Александровна, любимые учителя и мои одноклассники, я сочиню стихотворение про дистанционное обучение дома. Послушайте, пожалуйста. На пороге карантин, сидим дома взаперти, и учеба началась, только нынче не в тот час. Теперь можно и поспать, главное на уроки вовремя попасть. Сейчас у нас онлайн занятия, здесь мы учимся все познавать на расстоянии. Общаемся с учителями дистанционно в группах, обсуждая тему, решаем трудные задачи. В ускоренном режиме отвечаем на вопросы. Учимся по-новому воспринимать уроки. Все довольно весело и интересно, но уж очень не хватает нам родного места. Это место мы зовем наш любимый второй дом. Это наша школа, где все давно знакомо. Тут мои, твои друзья, с кем играть всегда не зря. Тут любимые учителя, что нам дарят знания. Артем, Витя, Алмаз и Даша, как вы поживаете? Не устали вы от дома? Наверняка скучаете. Камила, Эдгар, Анжелина, как вам школа дома? Хочется ли вернуться в свой любимый класс? Очень я скучаю по своим друзьям, по любимой парте и учителям. Но всего дороже классный наш руководитель. Ольга Александровна, спасибо вам за все. За все ваши усилия, заботу и терпение, за необъемный труд работы и наше поведение. Вы дарите нам знания, что в жизни пригодятся. Спасибо вам огромное за легкую учебу и увлекательный досуг. Люблю, скучаю и желаю добра, здоровья, много радости и счастья. Не скучайте вы по нам, вашим умным и любимым ученикам. Благодарю за внимание.